кубыс, он сохранился, можно сказать, только на территории Татарстана и Мариэл. Он был спрятан. И вот когда в 60-е, 70-е годы Ласло Викар и Берецкий Габор его записали, он появился в литературе, вот и в Венгрии как бы можно было найти материал на нем, и как раз вот Миклош занялся этим, начал изучать удмуртские инструменты.